Здравствуйте! Сейчас вы спросите, а где же розыгрыш? Его мы решили отложить, так как нашелся еще мерч, и о нем я сегодня расскажу. Материал с данным видео немного затерялся. Ну, если честно, не до роликов было. Ладно, сейчас по порядку. Здравствуйте! Сегодня мы в городе Воронеж приехали на выставку Baxi Expo, которая проходит в отеле Benefit Plaza. Поехали! Представители компании рассказали о продукции Baxi, о самой компании. Также были награждены победители программы Baxi Club. После чего мы переместились к стендам партнеров компании Baxi. Технический директор Baxi Сергей Федотович Валуйский. Сергей Федотович, вопрос самый главный. Когда же Baxi Expo дорастет до Акватерма и перерастет? Мы не ставим таких задач, чтобы Baxi Expo переросло Акватерм. Если просто раньше мы видели, что достаточно наших семинаров, на которых мы давали все необходимые знания, то сейчас, кроме знаний, как мы видим, необходима и реклама еще, чтобы сделать более имиджевые вот такие мероприятия. И чтобы те пользователи, которые здесь присутствуют, неправильно пользователи, конечно же, те сервисные организации, те монтажные, те проектные организации, которые здесь присутствуют, они могли возможность общаться не только с нами, то есть получать информацию не только от нас, а
именно в режиме вот таких вот мини-выставок. Ну, скажем так, и между собой, и да. с партнерами вашими. Абсолютно верно. А вот, кстати, с точки зрения, когда он растет до акватерма, как вы говорите, на самом деле в Италии такой формат, он более широко распространен, и там буквально на заводе делается день Бакси-Экспо, куда привозятся порядка там 500 человек, даже на линии ставятся люди, то есть это ведущие сельские центры со всей страны, они на линии ставятся, собирают там котлы сами и проходят полностью по производственным площадям, по сборочным линиям, по складам, там же обучение, то есть это именно вот в рамках выставки такой получается на заводе, ну, там действительно. Получается такой формат открытых, день открытых дверей. День открытых дверей, абсолютно верно. Вопрос такой родился не так давно с выходом приложения. Появится ли какая-то возможность в приложении, как для меня, для сервисника, регистрация тех же котлов, ну, скажем так, упрощенное что-то. Я понял. Мы разводим эти два продукта абсолютно раздельно. Это приложение для того, чтобы быть вам информационно полезным справочником. А вот на вторую половину года действительно мы запланировали, в том числе приложение удобное для телефона, это для сотрудников, либо Бакси, для членов Бакси Клуб, либо наоборот, для торговых организаций, чтобы быстрее через мобильное приложение регистрировать те котлы, либо которые продали, либо которые они установили. То есть это будут как две раздельные линейки, но для этого мы тоже планируем сделать мобильное приложение. Ну и как бы просьба тогда, хотелось бы что-то такое добавить именно в сервис, ну, в сервисную часть сайта, связанную с обслуживанием не гарантийных котлов. Имеется в виду, что ремонты, которые, к примеру, на гарантийном сроке, но не с гарантией связаны. Это же был выезд вам для статистики, что, образно говоря, ввиду каких-то сторонних причин накрылось? Если я правильно понял вопрос, то речь идет о том, чтобы на наш сайт вносить негарантийный ремонт. Да. Так как этот вопрос поступал неоднократно, на сайте уже имеется такая возможность. И люди могут вносить туда негарантийный ремонт. Как бы, скажем так, постгарантийный. А какая разница? Это может быть и гарантийный. То есть, если он не подлежит оплате, то он вносится туда, в этот раздел. Это просто для статистики, для нашей и для вашего архива, который будет постоянно в вашем пользовании. Другое дело, что я добавлю ваши вопросы еще. Очень многие говорят, а какой смысл нам вносить? Мы и так у себя как-то ведем. Вы дайте нам какие-то дополнительные баллы, бонусы, призы. Мы думаем над этим вопросом, чтобы когда человек заносит какие-то постгарантийные ремонты, чтобы это тоже как-то ему шло в плюс. Нет, пока еще не придумали. Это мы только за радость будет. Ну, спасибо вам большое. В завершении мероприятия произошел розыгрыш котла Эко-4S и стабилизаторов от компании Бастион. Стабилизатор, кстати, выиграл мой оператор. И это тоже один из призов, которые мы разыграем. Итак, по поводу розыгрыша. Первым делом вам нужно перейти по ссылке в описании. Там вы увидите видео, в котором я рассказываю все правила участия в данном розыгрыше. По поводу призов. Мы решили, что, ну, конечно же, это будут два рюкзачка, привезенных мной из Италии, в которых есть много интересного от компании Бакси. Также это будет стабилизатор и еще один пакетик с мерчом от компании Бакси. Еще мы решили в рюкзачки добавить по фирменной кружке Бакси. Ну, это, скажем так, единственное, о чем вы знаете, что лежит в рюкзачках. Ну и, в принципе, на этом все. Всем спасибо. До свидания. И еще.
Я решил провести небольшой опрос в группе ВКонтакте, ссылку на которую вы тоже найдете в описании. Этот опрос будет заключаться в голосовании, какой следующий ролик вы хотели бы увидеть. Я предложу несколько тем, голосуйте, посмотрим, что вам более всего интересно. Ну и на данную тему будем снимать, трудиться и показывать вам.